Эх, доброе утро, какой я уставший, ё-моё. Вчера я лёг спать, ну уже сегодня, получается, лёг спать в 5 утра только, потому что столько всего надо было делать. И проспал будильник, должен был проснуться в 8.30, проснулся в 9.30 у меня. А сейчас будет лайвстрим. Это просто ужас, с ума сойти, блин. И это ещё Q&A лайвстрим для всех участников, студентов, интенсивов, марафонов, вообще всех-всех-всех. Зачем я так с собой поступил, блин? Not gonna lie, I went to bed at 5 in the morning and definitely slept through my alarm this morning. So if I appear a little sleepy, don't worry, it's because I am. Все провел, очки помогли. И сейчас я поведу пацанов на прогулку. И сегодня длинный-длинный большой день, нужно столько всего делать. Мне нужно смонтировать 3 видео, запланировать еще 3, свести песню, поработать над музыкой. Ну и еще поесть что-то не забыть. А? Ты в халате? Получается, что так. Это классно. Я такой же пес, как вы. Короче, рассказываю. Я хотел это держать от вас секретом, делать это сюрпризом для вас. Но как можно такого человека, как Ян, держать вообще в секрете? Подсюрпризить. Да, держать в секрете. Поэтому мы записали трек на мой альбом, который у меня выходит. И это просто вообще очень экспериментально, очень крутой. И знаешь, что я хотел сказать? Смотри. Я сюда на экран сейчас поставлю количество лайков, которые вы должны поставить под это видео. И мы сделаем God Cloud встречу выпускников. Сядем на диван и все поговорим. Там будет Глеб, там будет Серега. Я, там буду я. God Cloud Reunion. Если хотите, то ставьте лайки. Что будет на God Cloud Reunion? Если бы я знал, я бы сказал. Если я не знаю, я не скажу. Потому что не знаю. Точно. Ты в халате пришел. Это все, что я знаю. When all this began started, it was people weren't getting tested. Yeah. Like now. Yeah. So now they've seen all these spikes, yeah, all these spikes, because people are getting tested more. Yeah. Наконец-то постригся. Теперь самое интересное — это уборка. Ну все, теперь в мире все правильно. Давно уже было пора, но никак не было возможности. Сегодня у нас интересные события, интересные эксперименты. Не буду много рассказывать, вы сами все увидите. We're gonna take him out. Okay. Ну вот пока что как-то так. Такой небольшой переходный процесс. У TK задумка немножко другая. Это так, это, знаете, ну, между, так скажем. Ну, как я сказал, переходный процесс. Но вы не удивляйтесь, если меня BTS возьмут к себе в группу с таким видом или там, что TK пытается мне сделать. Поэтому не удивляйтесь, если так будет. Я буду первой K-pop звездой с абсолютно нулевым знанием корейского. Но я слишком уставший выгляжу, чтобы быть в BTS. Увидели, какая у них гладкая кожа, какие блестящие губки всегда. Вот мне надо над этим поработать. Во мне нет уже такой вот молодой энергии. Я уже старый и уставший. Hey Siri, turn the office on. BTS должны точно меня взять в группу после этого. В общем, получилось почти. Короче, видите, вот желтое стало. Вот здесь это у меня. Но на помощь пришел мой барбер. То есть он не пришел, он написал смс-ку, рассказал, как что исправить, что надо купить. И сказал завтра это сделать. Поэтому завтра, ну, вы видите, какая идея была. То есть, типа, серенько, как будто я Дед Мороз. Получилось, но вот корни стали желтые теперь из-за этого. Но он сказал просто покрасить корни моим цветом, типа моим цветом волос, а найти подходящий. И парочку еще желтых спотов вот здесь вот исправить. Уже довольно-таки близко. Кому-то может не нравится, а мне нравится. Ну, только не так. Я предвкушаю финальный продукт, и мне нравится. Вот, чеки я мне сделал. Давай посмотрим на них. Мы пришли.
пришли в Amazon магазин, первый Amazon магазин в Лос-Анджелесе. So let's figure it out. Oh. I'm gonna do it, wait, no, I'm gonna do it. И теперь мы просто кидаем в корзину, и нам не нужно будет расплачиваться ни за что в конце. Okay, okay, now. Calm down, my card is linked. Already. If you want to grab it. Can I? Yeah. Very satisfying. Shopping felt fast and easy. Hey, Charlie. Where's your brother? Where's your brother? Hi, Bruce. Happy birthday. Happy birthday. You're 2 years old. Yeah. Yeah. Happy birthday. Boop, boop, boop. Let's see what's up over here. No. Busted. Don't. Busted. Bruh. What are you doing, bruh? Bruh. Bruh. What are you doing? Disrespectful. What are you doing? С днём рождения. С днём рождения. Yes, I've been 2 years old before. So you ask me any questions you got, okay? Hey Bruce, happy birthday. Charlie, leave his hat alone, bro. Hey Bruce, come here. Bruce! Я не знаю, кто придумал одежду для собак, но этот человек был очень жестоким. Цифра 2 как-то странно выглядит для меня, если честно. Мы делали в прошлом году, естественно, цифру 1, 2 раза для Брюса и Чарли. Время очень быстро летит, Брюс это мой, моя первая собака в моей жизни просто. И мы его взяли, когда ему было 8 недель. То есть 2 месяца. You stunning! You stunning! I'm stunning. Oh. Oh. Charlie! Charlie, come here! It's too big for him. Oh, Charlie's moving. Oh, are you okay? Oh my god. You wanna see how cute it is first? It is very cute. It's got a little paw here and a balloon here. Look, look, look. Look. I can make a sad song too. My sister is a hoe. Listen, she f***ed all my friends. Ended the relationship. The end. Beamer and Benz. I feel like Superman. Clark Kent. Oh. Spider-Man. Yeah. I beat my meat. With my right hand, I'm not a lefty. N***s can't check me. I got the recipe. My n***a got a V with the Pepsi. And it's zero. Cartel Yala, he's a hero. Coming right here. Mellow. Oh, okay. I didn't rhyme, but hello. Hey. И сейчас вы увидите законченный продукт. Что касается волос. И... Ну и вот, друзья, готовый продукт, финальный продукт. Все наконец-то получилось с таким плавным переходом. Вы видели, что было, какой был промежуточный результат. Мы все исправили, сегодня все сделали. Спасибо большое TK, thank you so much. Полностью доверился ей и не зря. Мне очень нравится, поэтому BTS, если вы это сейчас смотрите, я жду контракта. Корейский я не знаю, танцевать я не умею, но я знаю только одно. Я вам нужен. И без меня вы не сможете. И также хочу обратиться еще раз ко всем членам BTS. Записывайтесь на мой марафон от Intermediate до Advanced за 30 дней. Подтяните ваш английский. Выходите из этого застоя. Давайте делать красиво и хорошо. И используйте этот промокод на скидку. Это только для BTS. Если вы не BTS, не используйте его. Он не для вас. Я не могу, конечно, заблокировать. Он для вас тоже сработает. Но не используйте его, если вы не BTS. Ну а теперь ко всем остальным спасибо огромное за просмотр. Мы увидимся с вами либо уже на марафоне. Он начинается уже завтра. Либо в следующем видео. До свидания.